Привет, дорогие друзья. Я немного приболел, говорить сложно, но я не могу не записать для вас это видео по одной простой причине. Дело в том, что вчера, вернее даже сегодня ночью, если правильно говорить, стартовал специальный проект «Благотворительный марафон». Как вы уже могли где-то слышать или, может быть, знаете, этот проект реализован компанией Whole World, и это новая волна развития этого замечательного проекта, ну, в принципе, новый маркетинг и проект в проекте. Что же в итоге произошло? Мы бронировали места на предстарте. Ну, предстарт длился несколько дней, может быть, чуть больше недели. И сегодня эти места были расставлены уже в структуру, и сегодня состоится уже общий старт, то есть все желающие смогут входить без каких-то ограничений. Ну и как же прошел этот предстарт, да, и почему я сегодня вообще для вас записываю это видео? Дело все в том, что прошел он просто феноменально, и придя сегодня утром к компьютеру, открыв его, я первым делом пошел в почту и обнаружил здесь более 1000 писем о переводах по благотворительному марафону, да, вот они, переводы на 3, 2, 1 доллар, ровно так, как в маркетинге и заявлено. Простите. И вот они по, соответственно, марафону все пришли мне. Здесь их огромное количество. С часу ночи до 3 примерно они сыпались мне, вот эти вот письма на аккаунт, пока, видимо, компания расставляла эти места. И в итоге, ну, листать, в общем-то, можно здесь долго. Все это действительно переводы от разных людей по марафону. В личном кабинете вижу я вот такую картину на сегодняшний день у себя. То, что 2911 долларов поступило мне на мой аккаунт, и сейчас я их буду выводить на платежную систему PayPal, как я это обычно делаю, очень удобно для меня. Вот. И буквально, как вы понимаете, 3000 долларов за каких-то пару часов там ночью просто свалилось, да. И это запуск специального проекта «Благотворительный марафон». Я вам не буду сейчас рассказывать, как он работает. Вы все это можете здесь сами почитать. Ссылочку оставлю. Вот. Единственное, только хочу сказать, что сейчас начнется просто сумасшедшая движуха. Здесь будут огромные переливы, здесь будут огромные деньги. И надо заходить сюда, не теряя времени. Все, я побежал выздоравливать. А вам желаю, соответственно, больших успехов. И прощаюсь совершенно ненадолго. Все, всем пока. Спасибо за внимание.